Приветствую, выжившие! В игре имеется большое количество уникальной одежды, которую нельзя найти в мире. Ее можно выбить только на событиях и ежедневных квестах с крайне маленьким шансом, примерно 0,2%. Посмотрим, как выглядят эти костюмы и где их фармить. Погнали! Регион лес. Одежда. Куртка и джинсы УВТ. Лесной камуфляжный комбинезон. Форма спасателя пожарного и шлем. Падает на событиях плодородная почва, мухобой, проект бобовый стебель, чаепитие, накормить людей, вожак стаи, очередное патрулирование, путь к просветлению, опасный курс. Ежедневные задания, экологический баланс, странный напиток. Токсичная долина. Одежда. Костюм Дикий Запад. Костюм и туфли Дикий Запад. Форма спасателя полицейского. Та же самая форма спасателя пожарного. Падает на событиях орда нытиков, марш протеста, патрулирование, гибель Кизила, охота на человека, день Графтона, битва которой не было, побег из тюрьмы. Ежедневки, похороны со всеми почестями, среда со множеством целей, охотник на крупного зверя, передача ответственности, горячий гриль. Дикий рубеж, комбинезон братства стали, комбинезон White Powder, комбинезон White Spring. События «Курьер», «Урановая лихорадка», «Уважаемые гости», «Ночь насилия», «Медитация с инструктором», ежедневное задание «Собеседник». Шлаковая бездна. Форма шахтера и головной убор шахтера. Не удалось найти точный скрин, но это та же самая одежда, только чистый ее вариант. События «Обнажение пласта», «Проникновение и зачистка», «Боевой робот», «Топь», «Рваная куртка», «Кожаное пальто», кожаное пальто путешественника. Тот же самый плащ, разница состоит в наличии рюкзака. Фармим на событиях сердце болот, всегда на чеку, иррациональный страх, это ловушка. Ежедневки королева охоты, взрывчатка без дела, ничего не выбрасывай, время игры. Клюквенное болото. Форма и головной убор работника приюта в разных цветах. События «Бал монстров», «Точка невозврата», «Далекий гром», «Земля-воздух», «Насилие при переписи населения», «Исчезнувшие боеприпасы». Ежедневное задание «Гони бомжей». Кроме событий, данную форму можно лутать в форте Дефайнос, но там очень редкий спавн – один раз в 3 дня. Кроме этого, на просторах Апалачи можно встретить робота-торговца-спасателей. У него в продаже имеется костюм грузчика, плащ охотника, а также другие редкие вещи. Проще всего найти его возле станции Чарстон. Заходите на этот красный мост и ждете, когда он заспавнится вон там за ангаром. Спавн очень редкий, мне понадобилось 2 часа, чтобы нарваться на него. Фармить робота нужно вдвоем. Один остается на сервере, другой перезаходит. Тем самым у робота обновляется товар. На этом у меня все. Если информация была вам полезной, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и удачи на пустошах, выжившие!